главное, все-таки берем его на черт. Но главное, запомните, перед тем, как его тереть, нужно, чтобы он немножечко побыл в морозилке. После того, как мы натерли плавленый сыр, мы измельчаем укроп. И после этого соединяем все ингредиенты. Большую часть теста выкладываем в формочку и делаем бортики. А после этого выкладываем жидкую начинку.